Горсовет намерен увеличить депутатские фонды до 3 миллионов гривен на каждого избранника в год. Соответствующее решение согласовала бюджетная комиссия. Теперь вопрос вынесут на сессию. Эти средства предназначены для работы на округах. На данный момент депутаты могут рассчитывать на 2 миллиона гривен и жалуются, что этих денег не хватает. Учитывая, что сейчас в муниципальном собрании 64 избранника, то годовой бюджет депутатских фондов суммарно должен составить 192 миллиона гривен. Отмечу, что в связи с новой избирательной системой и существенным укрупнением округов, их в Одессе на прошедших выборах было лишь 8, могут возникнуть перекосы с расходованием средств в пользу одних за счет других. Ведь депутатское представительство в Горсовете непропорционально нарезке округов.